есть у вас что-то общее с этой Стеллой? Оба отлиты из бронзы. Всем привет! И на этот раз мы в Черкесске, столице Карачаево-Черкесии. Пока что звучит логично. Логично. Между прочим, несмотря на скромные размеры города, здесь проживает 80 различных национальностей. А теперь, благодаря нам с Мухаммедом, 82. Тянем на себе статистику. Не благодарите. Ну и мы здесь, как всегда, в поисках лучшей жизни для Мухи. Или теплой жизни. Оно уже очищается. Это очень классно. И это первый плюс в моем списке желаний. Давай узнаем, какие еще желания исполнит этот город и какие открытия он нам готовит. Повесил интригу в камень. Вы куда приехали? У нас к вам примерно такой же вопрос. Да. Тут замечательные жители этого дома. Нету никаких-то асоциальных жителей. Но это пока Мухаммед не въехал. Если я сюда перееду, то местная кухня – это будет одна из причин. Зачем я не птица, не ворон земной, пролетевший сейчас надо мной? Мы, между прочим, с тобой в самом центре Черкесска. Ничего не хочешь меня спросить? О, очень даже хотел. Расскажи, пожалуйста, какие легенды ты знаешь про город? Ну, если ты просишь. Настаиваю. Вообще, изначально это было укрепление, коих было много на границах Российской империи. И во времена русско-турецкой войны здесь разбили войско под предводительством турецкого полководца Батал-Паши. О. И чтобы память народная не оскудевала, основанную станицу назвали Батал-Пашинская. Ну, а потом, спустя много лет, переименовали в Черкесск. Перескажи. А теперь город называется Черкесск. Ну, суть ты уловил. Ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Как же отрадно внимать носителю словесности. Ты знаешь, судя по количеству памятников писателям тут, Черкесск очень читающий город. Тут тебе и Есенин, и Пушкин, и Тургенев. Кстати, памятник Пушкину стоял вот на этом самом месте, но его перенесли в другой парк из-за несоответствия скульптуры оригиналу. Так, веди меня. Я бы с удовольствием смотрел на не Пушкина, Пушкин. Арина Родионовна, любой ваш каприз. Ну да, есть ощущение, что автор, который создавал эту скульптуру, больше любит Лермонтова, чем Пушкина. Да есть такое ощущение, что у него обе ноги левые. Ну ладно, давай ты, как уважаемый в наших кругах литературовед, автор книги «Наши парни в мировом искусстве», процитируешь свои любимые строки из Александра Сергеевича. You sure? Ты готов? Да. Окей. Лукоморье, доп зеленый, билет, парус, одинокий. Шагане ты моя, шагане. Коня на скаку остановят. Профессура. Спасибо. Сразу видно, мы в первую очередь образовательный проект. Yes, sir. Видишь, в Черкесске очень борются за экологичность транспорта. Хорошее сиденье. Мне кажется, здесь идеальное место для прогулки с семьей. Здесь аттракционы, кафешки, всякие лавочки, идеальная природа. Свежий воздух, красивые скульптуры. Какая-то неочевидная часть черкесской культуры. Соглашусь. Давай зайдем внутрь, даже интересно. Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы увидели что-то максимально черкесское, вот как раз зашли к вам. Я Мухаммед, это Антон. Мне Али. Али? Очень. Мухаммед Али. Али. Звучит очень. Антон, простите, выпадаю из общей тусовки. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы куда приехали? У нас к вам примерно такой же вопрос. Да. Давай начнем с главного. Правильно понимаю, судя по фонарикам китайским, вы из Китая? Да, из Китая. Переехали в Черкесск. В какой момент что-то свернуло не туда? Как так? Ну, я когда первое время работал в другой город был. Потом моя жена встретила, познакомила. А, вы встретились приехали, здесь? Да. Приехала, поженилась ее. Да, вот так и здесь попал. То есть вы сначала остались здесь, а потом пришла идея сделать свой бизнес? Да. Я как человек, который собирается сюда приехать, я хочу узнать, здесь легко получить работу, легко сделать свой бизнес? Ну, как сказать, тяжелый бывает. А можно у вас подработать? Можно? Ну, можно, беспопрывно. Да? Да. А, можно я к вам? Давай, заходи. О, спасибо. Антон, ты будь здесь. Ты закажи у меня что-нибудь. Да на ваш вкус, что вы советуете, господа. Угу. Вот, короче, вот это ярость, которая кумника. Давайте на ваш Давайте вкус. Давайте мы сами сделаем. Доволен, молодой человек? Да, спасибо вам большое. Сейчас вас... попробую. С меня обворожительная улыбка. Ну, пусть будет так. Слушайте, это что-то среднее между смузи и чаем. Вот это чай с манго вкусный. Mm-hmm. Шарик кумника. А, понравилось? Ну, очень вкусно. Мы очень хорошо сработали, Али. Мне кажется, если что, я могу к вам устроиться на работу уже. Нет? Конечно. А, да? Можно. А, это приезжай, я очень рад. Супер, если что, я уже имею в виду, что у меня здесь уже есть вакансия, так что, если что, ожидайте меня прямо вот буквально очень даже скоро. Очень приятно, я тоже так же приятно. Спасибо большое. Спасибо огромное, обязательно обменяйтесь контактами, потому что вы, черкесы, должны держаться друг друга. Хорошо, это обязательно, да. До свидания. До свидания. Мухаммед, а в какой момент мы поменяли концепцию наших путешествий? Зачем ты привел меня в это уютное гнездышко? Чтоб ты понял, это самое свежее, что я мог найти в этом городе. Это даже свежее, чем пирожки у бабушки в магазине. Ну, новостройки. Чем богат, Антон? Интересно у тебя понятие о свежести. Нам сюда. Это он звонил. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. Проходите. Здрасте. Здравствуйте. Мы к вам на осмотр квартиры как раз. Отлично. И вот с чем начинаем? Конечно, с кухни. Проходите, конечно. Ребят. Проходите. Это у нас вот такой прекрасный кухонный гарнитур. Стол, стулья. Здесь у нас индивидуальное отопление, ребята. Соответственно, будет экономичная коммуналочка. Да? Вы увидели в наших глазах жадность. Здесь есть даже холодильник. Полный? В общем, нет, пока нет. А сколько стоит в месяц такая квартира? 35 тысяч рублей плюс оплата коммунальных услуг. А коммуналка сколько выходит? А коммуналочка, 25. Смотрите... Нет, 25, нет. Ты иногда закрывай кран. Вот, да. И что хочу сказать, коммуналочка тут будет у вас где-то 3 тысячи рублей зимой и 1500 летом. Очень достойно. Правильно я понимаю, что квартира состоит не только из кухни? Да, да. Мы идем дальше. Пойдемте дальше. Да, идем дальше. После вас? Угу. Нет, я заметил, что у вас даже квартира с национальным и культурным бэкграундом. Да, это они коврик оставили для намаза тут, ага. Отлично, можно ставить, мне все устраивает, мне нравится. Ага. Класс, класс. Да. А вообще, как здесь с инфраструктурой? Все, если что-то... надоест смотреть телек с пола. Не хочется смотреть. Ну, вы можете просто смотреть во двор, вот в эту сторону двор, в эту сторону мечеть.
Ну, мы видели кухню, видели гостиную. У вас, поди, и спальня есть? Да. Далее, ребят, хочу вам похвастаться, что тут замечательные жители этого дома. Нету никаких-то асоциальных жителей. Ну, это пока Мухаммед не въехал. Ну, я надеюсь, все будет нормально. Вот здесь у нас, как вы видите, это спальня. Тут у нас есть балкончик. Слушайте, ну я тут ничего не решаю, поэтому по традиции, Мухаммед, резюмируй. Мне нравится, мне нравится. И я ставлю галочку почему-то в своей квартире, как-то мне нравится. Но это по-особенному, потому что классный вид, классные хозяева. У меня тут гардероб уже готов, так что я приеду без чемоданов. Все, замечательно. На эту квартиру у меня огромнейшая очередь, поэтому думать долго я не рекомендую. Вы хорошие. Вот да. Это, да. То вот есть это, вы должны подумать сразу и дать мне ответ, как только мы там спустимся с лифта, сейчас выйдем, и вы уже думайте, пожалуйста, по дороге пишем своей вот супруге. Потихонечку выйду из вашего конфликта, потихонечку оставлю вас вдвоем. Спасибо, я очень быстро подумаю. Хорошо, прямо сейчас, буквально секунду. Так что, сеньор Антонио, получается, у нас работу мы нашли. Помедленнее, шеф, я записываю. Работу нашли, жилье нашли, классный парк нашли, местную кухню мы не нашли. Фу! Опять все переписывать, вот даже дети плачут. Ой. Ну, пойдем национальную кухню пробовать. Пойдем. Спасибо. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ой-я! Фактурно здесь. Здравствуйте. 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 Привел вам горца. Очень приятно. Добро пожаловать в наш ресторан-музей. Вижу, вижу. Это наши предметы интерьера, предметы быта. А это то, что должен носить горец. Если вы хотите побывать, вы можете даже померить. Антон, мне кажется, если я не стрихсов... Ты на свою еще одну? Я бы выглядел именно так. Это называется бурка. А я вижу прямо такую красоту. Что за инструмент? Можно? Можно, конечно. А что, как называется? Это барабан даул, который тоже является особенностью нашего региона. Попробуйте, какой он звук издает. Правильно я делаю? Шнитки. Ну, чтобы улучшить свои навыки, у нас здесь в регионе есть замечательный педагог, который, кстати, и делает эти барабаны, Магомед Хачуков. Я могу дать вам контакт, если вы хотите научиться и стать еще чуть более горцем. Аккуратно намекнули убрать барабаны своих рук. Так и понял. Это очень классно. Но про музей мы поняли. А вот первое слово все-таки ресторан. Я не очень прозрачно намекаю. Ну, я могу вас пригласить. А ресторан, мы действительно ресторан, и у нас есть своя фишка, это национальная еда. У нас есть тоже своя фишка, мы потрясающе едим. О, красиво. Ну, мы очень. Сейчас совместим. О, это что за красота? Тут все, что я люблю. Назовем эту ситуацию «заморить червячка». Это что? Там? Это вот это? Да, это хачины с мясом. Из мясных блюд вот здесь представлены три вида. Это сушеное мясо, это кайма и это джерме. У нас есть чудо-напиток, который называется сусап. Это он способствует усвояемости всей пищи. О, вы меня успокоили. Приятного вам аппетита. Спасибо большое. Я не знаю, сегодня. Не убедились, что это правильное питание. Мне это очень нравится. Мясо, это давай очень мясо, мясо. Усвоение. Это супер вкусно. Если я сюда перееду, то местная кухня это будет одна из причин. Нам бы очень быстро доесть все это. Все. И пойти к мастеру, который учит играть на барабане, потому что я очень хочу научиться. Мне стало как-то интересно. Ты беги-беги, я тебя обязательно догоню. Мне тут осталось доесть, ну, дней 7. Так, Антон, я без тебя никуда не пойду. Здравствуйте. Здравствуйте. О, здравствуйте. Две талантливые звездочки, дуэт «Барабанные перепонки» прибыли.
Очень приятно. Антон? Мухаммед. Магомед зовут. Очень приятно. Очень приятно. Мы пришли, на самом деле, научиться играть на барабан. Нам направили. Ну, сначала надо барабан сделать, чтобы на нем играть. Ну, началось. Если это, знаете, только такой будет, то мы не против. Так, давайте, вот барабан корпус, да, корпус? Чего делается, да? Да. Вот фанера есть, самое начальное. Вот такой этот, заготовочка есть. Так. Раз. Так. А вот эта фанера из любого дерева можно? Или это фанера какой-то? Специально без сучков, чистенькая, шлифованная называется. Вот такие штучки вот сюда, чтобы она плотная была. Фанера без сучка, но с задоринкой. Да. То есть основа барабана – это вот, собственно, фанера, и потом на нем кожа. А чья кожа? Неопытных барабанщиков? Кожа, вот барабан есть, вот давай, вот подай. Вот это? Да. Передам. Вот впереди кожа, козлиная кожа. Кожа козлиная, да. Она более крепче, чем есть телячья кожа, да. Но козлиная, она крепче. И когда подтягиваешь… Не рвется? Нет. Поставь его, пожалуйста. Поставлю. Другой барабан вот дай. Хорошо. Да. Это заготовочки. И вот эту веревочку дай. Вот эту? Да. Хорошо. Да. Так. Вот поперечная. Вот это надо по кругу вот это пройти. Магомед, вот. Мы за вами не успеваем. Звук смотрите. Вот сейчас быстренько сейчас сделаю. Я просто видел, у нас дома их тянут типа огнем. А. Ставят над... огонь, и он тянется. Я единственный не эксперт по барабанам. Все барабаны. Тебе по барабанам просто. Сейчас. Вот. Это еще вот так. О, раз. Вот так. Ай! Сейчас. Вот, сейчас пойдет звук. Очень сочный звук. А можно я попробую поиграть? Садись. Хорошо? Садись. А можно мы в дуэте с Мухаммедом сыграем? Сейчас. Я могу на фанере. Пока возьми вот так. Вот так? Ага. Да, пока. Ноги ровненько. Я на своем стуле. Держи. Ага. Так. Руки положил. Положил. Ритм смотри. Та-та-рики там. С правой руки на себя. А я уже намоленный взял. Там. Быстрее чуть-чуть. Не спеши. Татарики там, татарики там. Ансамбль антисинхрон. Давай. Сейчас, я тогда нас представлю. Давай, Антон. Антивокальный, узкоинструментальный ансамбль «Капучино» представляет музыкальную народную черкесскую композицию «Как суданец да в по-черкесску ходил». А я! Люблю Карачаево-Черкесию, не могу. Все, мы уже группа. Мультиинструменталист. Трио. Если вдруг я перееду сюда, или мы с Антоном, ну, как бы решим, чтобы вернуться обратно еще раз, вы возьмете нас в ваш ансамбль? Возьму, только надо месяц поработать. А платно? Вы оплатите нам? Ну, если хорошо будешь учиться, получаться, если будет нормально, как мы хотим, ага, будем платить. Договорились. А сколько потом скажут? Сейчас нельзя говорить. Спасибо вам огромное. Мы кухо горлоносы и обратно. И это вам. Всего доброго. Счастливо. До свидания.
Мухаммед, ты за 24 часа обтоптал и объел целый город. Как тебе Черкесск? Меня удивил Черкесск. Понравился, так приятно удивил. Всего 130 тысяч человек, и хоть на каждого найди занятие. Хочешь играть на барабане и научиться, как их делать, найдешь. Хочешь вкусно поесть, тебе научат, накормят и сделают все. Классный парк, и чтобы погулять с кем угодно. Единственный минус, я до сих пор не почувствовал вот эту южную погоду. Нет, тут прохладненько. А это ты еще не выезжал за пределы города. Но это завтра. А пока мы с Вивальди пошептались и подготовили тебе сюрприз. Маэстро, музыку! Какой же классный сюрприз, Антон! Это специально астрофизическая обсерватория. В свое время она была самая крупная в Советском Союзе. Неочевидный факт, но, между прочим, христианство тут приняли раньше, чем на Руси. Срочно звоните Квентину Тарантино, пусть все переснимает. Смотрите, какая яркая натура. Я всегда доверяю Антону выборы комнаты, там, номера, гостиницы и так далее, потому что я знаю, что он может как-то мне порадовать. А лучше номер в Черкесск, чем этого, я не знаю. Мне кажется, нету. Теперь пора найти Антона. Антон! Сеньор Антонио! Антон! Ладно, я сначала оденусь и потом найду его. Доброе утро. Решил изучить самые тайные уголки Черкесска. А что ты тут делаешь? Слушай, ну мы уже так подробно исследовали город. Это уже факультативно. Я тебя понял. А может, тогда мы поедем очень быстро и сейчас прямо за город, чтобы я тебе в следующий раз не нашел в микроволновке? Да дай мне немного пожить для себя. Здравствуйте. Здравствуйте. За приключения не подбросите? Конечно, подбросим. А мы готовы? Ну, поехали. Пойдемте. С вами мы едем на Оландское городище. Во времена Шелкового пути здесь была столица Оландского княжества. Сейчас это уже, конечно, руины, но все равно... Самое интересное вы еще увидите – это три необыкновенных храма, остатки развитой цивилизации. И самое главное – вы увидите обсерваторию, которая находится там же возле городища. Наконец-то моя самая любимая часть путешествия – бездарно и бессмысленно тратить деньги. Люблю я тоже. Рекомендовали Мухаммеду переехать в Карачаево-Черкесию? Да, конечно, почему бы и нет. Здесь мультикультурная республика. Нету ни прецедентов, ничего. Здесь жить – это сама прекрасность. Чистый воздух, экологическая чистая пища. А погода? Ну, как вам сказать? Все-таки горы, они непредсказуемы. Сейчас солнышко, а через час может прийти и туман сесть, и может дождик пойти. Сказали бы, тепло, лето. А... Летом здесь плюс 30, а вот зимой здесь минус 20. Неочевидный факт, у нас как-то Кавказ не ассоциируется с христианством. Но, между прочим, христианство тут приняли раньше, чем на Руси. И считается, что Аланию крестили именно в этом храме. Так что тут все дышит историей. И ты подыши. Музыка.
Сеньор Антонио, я, может, не до конца понимаю, но если старая Алания была разрушена, как сохранилось вот это? Блестящий вопрос, вы случайно недотошный турист? Дело в том, что да, храмы стояли в руинах, но в 19 веке сюда прибыли новоафонские монахи и их восстановили. И вот посмотрите, пожалуйста, сюда южный храм, он до сих пор функционирует, здесь проводят службы. Все, за сим откланяюсь, я информационный иссяк, мой мозг распух. А куда дальше? Ну, очевидно, к звездам. О, пошли. Сейчас поднимаемся до САО. Это специально астрофизическая обсерватория. В свое время она была самая крупная в Советском Союзе. Она продолжает работать в том же режиме, как и работала. О-ля-ла. Так, если не ошибаюсь... Нам сюда. Здрасте. Привет, ребята. Здравствуйте. Антон, Мухаммед, две яркие звездочки необъятной телевселенной. Очень приятно. Я Екатерина. Могу составить вам компанию? С удовольствием. Очень классно, да. Куда покажите нам сюда. Пожалуйста. Это необъятная махина, самый большой оптический телескоп в Евразии. Не угрожайте нам, мы верим. И это первый телескоп, который управлялся с помощью компьютера в мире. В мире, да. Да. И теперь все большие телескопы в мире строятся по образу и подобию нашего. Ого. Вот это вот большая часть. Ага. Это зеркало в оправе. Это самая главная часть телескопа. Вот это? Вот это, то да. Это линза? Это зеркало. Зеркало и линза – это разные вещи. Такие массивные телескопы строят с зеркалами, не с линзами. Линза прогибается и не может сохранять свою форму, а зеркало может. Вот. Я пытаюсь понять, а как сюда... Как, во-первых, изготовили это зеркало? Зеркало изготовили два. Первое зеркало изготовили в 1974 году, второе в 1979. И изготовили эти зеркала на Лыткаринском заводе оптического стекла под Москвой, город Лыткарино. Стекло, заготовку зеркала остужали 736 суток. Два года практически. Почему больше двух лет, да, больше двух лет. Для того, чтобы заготовка не треснула. Как раз предыдущая заготовка, ее остужали слишком быстро, и она треснула. Просто два года это должны люди стоять и дуть в течение 736. Ну нет, там процесс попроще какой-то. Его просто оставили в форме, и в этой форме оно остывало. Потом, да. Как его транспортировать тогда? Его поставили в специальный саркофаг. Саркофаг поставили на баржу. И по каналу имени Москвы, по Москве-реке, по Волге, по Дону довезли до Ростова-на-Дону. Слушайте, ну пока по ощущениям Одиссей меньше путешествовал, чем ваше зеркало. Да, Одиссей вообще бездельник по сравнению с теми, кто наше зеркало в путь отправлял. Денис, прием. Да, слушаю. Денис, можно начинать подъем телескопа? А, все, поднимаю. Ну вот когда-то в этом стакане, в этой кабине сидели люди. И отсюда наблюдали. И делали фотографии на стеклянные пластинки, фотографии объектов. Теперь наблюдают совершенно по-другому, и в стакане стоит светоприемная аппаратура, без которой телескоп не может наблюдать. Да. Спасибо вам огромное. Мне кажется, мы сегодня сделали какое-то большое... И светлое. И светлое дело. И мы очень надеемся, что после всего проделанного в честь нас назовут черную дыру или карликовую планету. Ну, надежда умирает последней. Может быть, и назовут. На этом и расстанемся. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. Красиво. Нереальная красота. Подготовились к встрече с тобой. Смотри. Что там? Вставай. Только внимательно смотри, сконцентрируйся.
вот туда вдаль. Смотри. Видишь? Самый длинный зиплайн в России. Видишь? Я ничего не вижу, Антон. Ты вот так руку приложи, это всегда помогает. Всегда работает. Право, лево? Неважно. Видишь? Видишь? Я ничего не вижу. Ну, конечно, потому что он в 3 часах езды отсюда. Пойдем. Если долго так будешь смотреть, бессмысленно глядеть, никогда не доберемся. Ну вот, друзья, мы уже подъезжаем к Медовым водопадам. Ну вот мы уже и приехали. Спасибо большое, все. Мы тут, нам тут медом намазано. Знаешь ли ты ответ на этот вопрос? Ну, мне очень интересно, я хотелось бы знать. Заинтриговал? Ну да, да, говорил. Почему Медовый водопад? О, потому что речи наши настолько сладкие, что даже кадр немного слипся. Но дело в том, что в расщелинах этих скал дикие пчелы строили соты. И когда вода размывала их, то мед струился рекой. Отсюда и название. Правда, пчел нет, но название сохранилось. И теперь 2 окрепших шершня могут полюбоваться этой красотой. Моя! Чего только не сделаешь, чтобы сбежать от налогов. Ну что, открываем рубрику «Как избавиться от главного кормильца в семье на фоне бесконечно красивых видов». Готов? Ну, на 100% готов. Очень готов. Я очень готов свалить отсюда. Вот моя машина, вот мой такси ждет меня. Может, завтра это сделать? Да ты до завтра как раз долетишь, давай. Есть ощущение, что по длине зиплайна, что встретят тебя уже в Рио-де-Жанейро. Давай. Я сейчас из этой некрасивой гусеницы превращусь, оп, в красивую бабочку. Я тут подумал влюбиться в какую-нибудь ястребиху, свить с ней гнездышко и остаться любоваться вот этими невероятными видами. Ну и заодно экстримом заняться. А я бы хотел, пожалуйста, очень медленно, потому что у меня колени до сих пор трясутся, и у меня руки до сих пор потные, поэтому пошли. Звоните Квентину Тарантино, пусть все переснимает. Смотрите, какая яркая натура. Джанго. Кстати, ты знаешь, что карачаево-черкесская лошадь отличается от остальных? Так как ее выводили не для сражения, а для работы, то она более приземистая и высокая. О, какие-то знакомые черта. Все совпадения случайны. Ну, как тебе черкесская, карачаево-черкесская республика в принципе? Спрашиваю не я, а Василий. Но перед тем, как ответишь, не забывай, что удар копыта лошади может быть фатальным. А, я думал, вы Василий не спросите, так что я так отвечу. Мистер Василий, я так скажу, мне здесь очень понравилось. Я здесь нашел абсолютно все, что мне нужно. Я нашел вкусную кухню, прекрасную природу, нашел места для отдыха с семьей, это тоже супер-пупер классно, нашел жилье, работу, между прочим, международная корпорация. Не хухры-мухры. Вот, это как бы, это супер-пупер классно. Так что мне кажется, я сюда вернусь и останусь хотя бы на какое-то время точно. А тебе что понравилось? Ты знаешь,
когда я смотрю на горы, на равнины, на самом на деле, холмы, Антон, я это спросил из вежливости. Мне не очень интересно. Даже люди, вот они встали уже, делают себе чай и все, разъехались. Так что ничего страшного, в следующий раз расскажешь. А пока покажи мне юг. Не поехали! Знаю, мама моя смотрит, даже титры смотрит.